данном месте Золотой, да, мы его называем пляж, но это в кавычках, потому что здесь является просто местом массового отдыха граждан, традиционным местом. Поэтому данная территория пляжем как таковым не является. Следовательно, за данное место, согласно федеральному закону 131 статья 14.16, всю ответственность за безопасность людей на водных объектах в данном месте несет владелец либо пляжа. Но так как здесь пляжа нет, значит, муниципальное образование, то есть администрация в соответствии, ну, либо другой, любой владелец, там, физическое, юридическое лицо, неважно. Поэтому, соответственно, раз здесь купаться пляж не оборудован, место не является безопасным для купания, соответственно, администрация не может дать разрешение именно, чтобы здесь был пляж, чтобы люди купались. А раз разрешения нет, значит, запрет. Запрет – это прежде всего он обозначает то, что место для купания это не оборудовано, не предназначено, то есть не изучено дно водолазами, нет разрешения санэпиднадзора, нет разрешения Роспотребнадзора, ну и других профильных организаций и служб, которые отвечают именно за безопасность людей на водных объектах. После того, как администрация выполнит все установленные требования для создания пляжа, то есть предъявит документы, разрешающие открытие пляжа в государственную инспекцию по маломерным судам, и он уже будет нами санкционирован и, соответственно, разрешен к эксплуатации. Для этого у администрации должны быть разрешения, как я уже перечислил, Роспотребнадзор, получается СЭС, ну и так далее. Вот. Обследование дна водолазами. Но все это будет выполнено в случае, и необходимость будет этого произведена в случае, если на самом деле территория и местность будет это позволять. Вот данный пляж, есть достаточно факторов, которые критически влияют на то, на безопасность. То есть это течение, дно неравномерное здесь, водовороты, наличие водорослей, кувшинки тут и прочее, прочее, прочее. То есть вот это все на данный момент. Плюс выше здесь у нас моряки базируются. Вот это все, конечно, сказывается негативно и отрицательно в ту сторону, что пляж создать фактически здесь невозможно. Именно пляж такой, чтобы он соответствовал всем нормам и требованиям для того, чтобы в ГИМСе его можно было зарегистрировать и дальше эксплуатировать безопасно. Ну, основные требования, основное к поведению граждан на пляже это, во-первых, не нырять в местах незнакомых. Не заплывать далеко, это вообще пляжи касается, да, больше. Если мы говорим о несанкционированном месте для купания, здесь вообще сложно о чем-то говорить, но если все-таки уже пришли купаться, требования, не заплывать далеко, если плавать, соответственно, не умеешь. Если в зоне видимости находится трава, там, водоросли и прочее, прочее, в воду не заходить, то есть болотистая вода и так далее. Ну, соответственно, во-первых, находиться только трезвым у воды. Не оставлять детей без присмотра, чтобы взрослые не оставляли детей без присмотра. Если кто-то не умеет уверенно держаться на воде, не пользоваться надувными кругами и так далее, то с их помощью не заплывать далеко. Вроде бы и нонсенс, да, наоборот, эти средства предназначены для безопасности, но если человек не обладает навыками плавания и заплывет дальше, чем позволит ему возможность выбраться обратно, а круг лопнет там или еще что-то произойдет. Ну, несчастный случай. Сейчас, если это место просто массового отдыха граждан, то, естественно, они здесь могут отдыхать, загорать, естественно, не купаться. Но я не знаю, смогут ли они, если недалеко зайти вот по колено и сполоснуться в воде, я не думаю, что это будет опасно все-таки, да? Вот. Но это, если это не будет являться купанием, значит, да, это позволительно. Если все-таки они будут купаться, то есть плавать и прочее, значит, это уже запрещено. Получается, что если администрация либо владелец пляжа как раз не предпринимает меры для осуществления безопасного нахождения граждан, то тогда, в свою очередь, государственная инспекция по маломерным судам, получается, предъявляет требования именно к владельцу пляжа, но не к гражданам. Гражданам у нас предъявляет, получается, требования это представители администрации, то есть в чьем ведении находится в данном случае вот эта территория. Мы с детства здесь купались, никаких запретов никогда не было. И это все придумано и надумано. Мы обычно купаемся на карьере чуть дальше. Вот. А сейчас, так как здесь купили дачу, недалеко живем, сюда намного ближе ходить. Как сейчас-то жара, плюс 30, а искупаться-то хочется где-то. Сейчас хорошая погода, мы хотим отдыхать и провести время с семьей рядом с водой, потому что неизвестно вообще, когда еще эта хорошая погода потом будет.
потому что вот где-то недели две назад были дожди. Ну и не у каждого есть возможность выбираться куда-то за территорию Кингисеппского района, поэтому либо администрации нужно организовать территорию, чтобы это было разрешено. Но в любом случае люди все равно будут так или иначе сюда ходить. И штрафы вряд ли будут останавливать людей. Потому что погода располагает к тому, что нужно сходить на пляж и искупаться.